Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Рада снова приветствовать вас на моем канале. До сих пор хриплю. Да, до сих пор не восстановились мои гланды после этой поездки. Ладно, ничего страшного, сейчас солнышко, пойду гулять, прогреюсь. Итак, сегодня обещанный обзор моих покупок, которые я зажала, пообещала, и потом исчезла. Уже начали разыскивать меня. Что, где обзор? Итак, мы когда? В выходной день, в субботу, да, в субботу, кажется, мы шопились с подружкой, вот, на распродажах, и кое-что себе приобрели. Сейчас будет показывать, хвастаться. Итак, приступим. Тут у меня все как всегда в шерсти в Орехиной. Первая супер покупочка по скидочке. Это вот такой вот здоровенный, огроменный, я не знаю, как его назвать, свитшот, пуловер с капюшончиком, с вот таким вот большой, свободный. Боже, вот это то, как раз-таки то, что было мне нужно. Это, кажется, коллекция от совместно произведенная с приложением Яндекс.Музыка или что-то типа того. Здесь мы видим Лизочку, как ее звали, Лиза, кажется, из Симпсонов, вот. Она тут, ну, полный у нее угар, видите, девочка в экстазе, вся погрузилась в прослушивание музыки, ну, прикольная такая девчуля, потому что эта картинка, она, видите, такая с настроением, мне в ней это и понравилось. Я не скажу, что я особая какая-то фанатка Симпсонов, но просто картиночка такая с настроением, тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. На капюшончике тоже есть вот такой вот значок нотки, как и здесь внизу. Большой, очень мягкий, добротный такой вот свитшотик. Или толстовочка, или как его там, я не знаю. Вот. И сидит он как раз-таки так, как я и хотела. Помните, я вам показывала свою такую тоже новую толстовку, розовую. Я ее даже ездила менять, я вам рассказывала, потому что она села как-то не так, хотя я брала сразу на пару размеров больше, вообще не так села. А вот эта села так, как надо, прям так, таким, знаете, большим, большим пузырем, вот таким вот. То есть это то, как я и хотела, чтобы сидела. Ну, та розовая тоже я буду носить. Дальше, что у нас покупочка на лето? Вот такой вот простецкий топ, трикотажный. Такой нежно-нежно розовенький, извините, что мятенький. Я их буду сейчас стирать, эти вещи, и паковать в чемодан. Мне понравилась такая базовая приятная вещичка. Можно к ней много чего подобрать из того гардероба, который уже есть. Мягенький такой. Тоже был с хорошей скидкой. И еще одна супер вещь, такая достаточно спорная. Это уже вторая вещь в горох, которую я вам показываю. Помните, такой был комбинезончик, который я на зимней распродаже покупала, салатовый в горох. Вот это у нас белые брюки, вот такие вот очень широкие брюки в горошек. Летние, легкие. Единственное, что, конечно, под них нужно заморачиваться с бельем. Но, в принципе, приятный, у них высокая посадочка, то есть закрывает живот и пупок, под самые ребра посадочка. Легкий, летящий, хороший такой летний вариантик. Вот, прелесть. Я не знаю, зачем они мне нужны, такие брюки. Что меня потянуло на такую одежду? Ну, не знаю, не знаю. Но, в принципе, мне понравилось. Что-то в них есть такое легкое, балдежное, дающее чувство какой-то непринужденности, свободы. Вот это мне понравилось. Вот в этом во всем. Смотрите, какая брючина широкая. Ну, это еще учитывайте то, что у меня очень маленький размер. То есть они прям реально очень широкие, такие летящие. Ну, короче, балдеж, балдеж. В принципе, я их примеряла для вас, вставлю с розовым топом. Но у меня есть одежда из той, которая уже у меня в наличии, с которой я могу это носить, с которой я могу это сочетать. Я думаю, сюда неплохо подойдет черный топ. У меня есть как раз прекрасный черный такой топ-футболка.
под вот эти штаны. Ну, в принципе, как вариант с розовым тоже возможно носить. Но напишите мне, напишите, я вам покажу. Вы напишите мне в комментариях, что вы об этом думаете. Сейчас у нас будет рецепт полезного ужина, который я сняла для вас вчера. Сегодня еще не ужинала, сейчас день у нас. Сейчас бегу на почту. Всех люблю, целую, обнимаю и пока-пока. Да, на почту бегу за подарочками, за вашими. Владимир, дорогой Владимир, дорогая Катюша, бегу получать ваши подарочки. Огромное вам спасибо, потом еще отдельно вам выражу благодарность в других своих видео. Пока-пока! Теперь приготовим вместе с вами ужин. Ужин сегодня у меня особенный. Порция еды у нас будет небольшая, но с высокой питательной ценностью. Почему так, я вам расскажу. Сейчас у меня немножко изменился рацион питания. Итак, коротко, что буду готовить? Буду готовить салатик и греночки из белого хлеба. Салатик будет из брынзы, из одной помидорки, из грецких орешков, из майонезика, ну и белая городская булочка для гренок. Сначала нарежу помидорчик. Итак, рассказываю, какая у меня сейчас ситуация с питанием. Ситуация достаточно странная. Какого-то острого чувства голода у меня нет. Можно даже сказать, что не очень у меня хороший аппетит. Но при этом есть стойкое ощущение того, что что-то не хватает в организме, каких-то питательных веществ. И каким же выводом я пришла? Я пришла к выводу о том, что, по всей видимости, еда, которую я ем, она в плане своей пищевой ценности так немного пустовата, мягко говоря, да? То есть что-то челюсти работают, что-то они перемалывают, так сказать. А толку-то, да, если пищевая ценность достаточно низкая. Какие-то калории получаешь, какое-то чувство насыщения. А что получает организм, неизвестно. Но вообще, учитывая то качество еды, которое у нас сейчас есть, достаточно плачевное, в этом нет ничего убедительного, что ты ешь-ешь, а толку от этого никакого, только желудок набиваешь. Организму нужны разные питательные вещества, микроэлементы и прочие витамины, которых, по всей видимости, недостаточно было в моем повседневном рационе. И сейчас вот я решила немножечко разнообразить свой рацион. Есть понемногу, но что-то такое разнообразное и богатое по своему составу. Вот такой вот короткий рассказ на тему питания. Что вы об этом думаете? Как вы питаетесь? Линзочки нарежем. Конечно, так питаться дороговато, честно говоря. Но с учетом того, что порции-то не такие уж большие, да? Возможно, тоже на то же по деньгам выйдет, что так питаться, что набивать брюхо какими-то огромными порциями всякой всячины не очень качественной. Примерно тоже на то же будет. Ну, поэкспериментирую. Питанием, мы посмотрим, как изменится мое самочувствие. Потому что после зимы такое ощущение, что тело как-то, я не знаю даже, какое слово подобрать, зачахло. Сейчас ходила в магазин, очень тепло на улице. Такая досада. Я на днях достала куртку из чемодана. У меня в чемодане
уже достаточно давно лежат вещи. Они все перестираны. Они все лежат в вакуумном пакете. И вот пришла весна, и я поняла, что надо все-таки доставать куртку. И вот я ее достала, один день в ней погуляла. Сегодня выхожу и понимаю, что курточка-то и не нужна больше. Да, вот получается, ради одного выхода. Теперь ее надо перестирывать. Так, что-то мне подсказывает, что хорошо было бы сюда добавить репчатый лук немножечко для пикантности, мелко нарезанный. Но у меня его нет. Вот поздно я подумала. Ну что ж, буду есть так. Буду есть так. А для красоты какой-нибудь зелени можно было бы добавить. Так, я закончила. Та-дам! А вот и готовое блюдо. Полила майонезиком, посыпала немножечко кунжутных семечек сверху, зажарила вот такую вот потрясающую греночку. И сейчас я буду это кушать.